вот на дорожном пит-стопе встретили вот компанию дальнобойщиков. Молодцы, молодцы ребята. Которые тоже поддерживают все наше начинание в этом проекте. Всем привет! Вот. Салям из Казани! Всем привет, привет! Вот еще два парня тут стоят, вот их тоже отец. Засними. Да. То есть они все поддерживают наше начинание, все. Конечно. По-любому поддерживают. Довольны, вот. Самый разговор с ним. Россия, вперед! Вот так вот. Россия чемпион! Порвем всех! Так более того, парняги, они, как говорится, в поддержку нашего проекта решили даже оплатить вот обед вот и в этом. Обед и все с нас, вопросов нет. Еще вот пару тысяч на солярку дадим. Дай бог здоровья таким старикам, дай бог здоровья таким людям, которые действительно заботятся и думают вообще об нас, об России, матушке. Так что мир стоит на добрых людях. Всем привет, Екатеринбургу привет. Ждем всех в Казани. Салям макалям. Вот, вот это и скажите, чтобы... Татарский не умеет. Как не умеешь? Да как сам татарин мне... Бисмилля рахман рахмин, скажи, юл болсын нахуй. Вообще, блядь. Может, ты все сказал уже. Вот-вот, вот так и скажи. Давай, давай, скажи, что на самом деле. Вот так вот и по-татарски, и по-русски скажи. Ты скажешь, я денег отдам. Да, культурно. Надо таким быть, какой есть. Ладно, бай, юл болсын. Саулык салеметлях сенга. Юлга ахша беребез. На солярку. Вот такие люди, вот такие добрые люди, они уже на подъезде к Татарстану вот нас встречают. В Татарстане все добрые. А я сейчас гаишников предупрежу, чтобы встречали. Держись, скажу. Давай. Ну нормально вообще, респект. Все, давай, мужики, вам хорошего. Спасибо. Екатеринбургу привет, Сибири привет. Спасибо, парняги. Всем привет. Давайте. Давай, счастливо. Дай бог здоровья. Удачи. Пока-пока. Такие дорожные встречи. Вот они, дальнобойщики, которые все с пониманием относятся ко всем нашим начинаниям.